Boa noite, meus queridos! Мы чуть с вами не пропустили самую охрененную и громкоговорящую новость, которая произошла в Бразилии. 2 августа 4 министра в Высшем федеральном суде проголосовали за легализацию наркотиков. Все началось в 2015 году, когда депутаты внесли в федеральный суд поправку текущего закона, который запрещает употребление всех наркотических веществ и хранение и торговлю населения. Но в прошлом году произошла ситуация в Сан-Паулу. Молодой студент из Сан-Паулу прогуливался по улицам, и у него было в кармане 3 грамма марихуаны. Полиция остановила его, проверила документы, проверила карманы, и что нашли? 3 грамма марихуаны. Ничто, листва. Что это такое? Согласно текущему закону, за употребление, хранение и продажу дается от 5 до 20 лет. Это событие вызвало огромнейший резонанс в обществе. В 2023 году наши бразильские депутаты вспомнили, что 8 лет назад им принесли поправку к этому законопроекту. 3 раза в этом году пересматривали. 3 раза депутаты перекладывали срок рассмотрения и подписания этого законопроекта. И что произошло? 2 августа 4 министра проголосовали за поправку о легализации марихуаны, кокаина и других наркотических средств к употреблению, хранению для домашнего использования, но не для продажи. Наркотики – это плохо. Наркотики – это ужас. Ужас человечества. Наркотики нельзя употреблять, потому что это вредит вашему здоровью. Ну, из плюсов, легализованные наркотики отлично поднимают экономику страны. Больше денег, больше инвестиций, больше возможностей. Демократия. Бейжу. Чао-чао.